Где, какое растение? Где это? Это не знаю. Вот знаешь, что это гриб? Я тоже знаю, что это гриб. Ну-ка, нормально, покажи. Попка, нормально. Ну что? Чёлка. Блин, как у меня испугал. Тут обморок не упал. Вот такая чёлка. Маш, тут идем еще один. Я выбрался, я тоже нашла. Ёпалки. Ладно, я сам срежу. Я еще нашла. Ну фига себе ты. В принципе, старенький, ладно, возьму. Блин, это взаем, а тут дохрена жуков всяких. Да? Угу. Ты еще собрала? Как? Ой. А, нет, нету. Нету. Че, нормально? Ягоды пошли. Опять вкусняшка, да? Вот смотри. Нормальный гриб вот. Младенцем грибонок. Человека. Ну да, негодяем. Все, я готов. Ореш. Короче, смотри, какая красота-то. Ах, изверг. Машка изверг. Медик, а не изверг. Медик. Это разные вещи. А еще есть, да? Так, посмотрим, какой это вообще хороший или нет. Тверденький, да? Ну, тверденький, хорошенький. Ну-ка, вроде попу нормально. Покажи. Попа нормально. Ну, чуть-чуть. Нормально. Почисть, почисть нормально. Да? Так, там еще их взял двух. Ну-ка, на себе. Пойди-ка посмотрим. Смотрите, как красный. Батюшки! Друзья! Смотрите, какой гребечек! Раз. Прямо пара. Два. Вот таких, короче, еще нашла. Обалденные. Обалденные. Вот такие, как у нас грибочки. Друзья, не отключаемся. Вот и дальше найдем, покажем. Смотри, друзья. Красота. Смотри. О, грибочки такие, блин. Как в сказке. Малюсенькие. Угу. Ах ты. Опа. Как в сказке. Вот такие дела. Так близко еще. Да нету, не видно? Нет, не видно. Так. Иди. Друзья, мы опять нашли грибочек. Смотри, ух ты, какой здоровый, красавец. Да? А, смотри, какой красавец, ух ты, нормально. Что, резать будем? Давайте. О, даже почти нормально. Нормально. Что, подружку не видать? Подружку не видать. Все, почти нормально собрали. Не отключаемся. Смотрим дальше. Ай, Машка, какая красавца наша. Смотри, как... смотри, пока вас не было, собирала сколько. Фига себе! Вот это да! А ты там снимала, я убежала. Вообще нормально. Малюсенькой. Такой. Ой, чучушки. Угу. Нифига себе, Маша. А чё я, у меня там вообще нету ничего. Страм.
что-то надо. Такое? Не знаю. Как если... Что-то неинтересное. О, оно! Ну, я думаю, я сорвала. Страшный будет человек с этим ножиком. А то, девушка с ножом самое то. Ну да. Вкусно не будет. Не отключаем сейчас, смотрим дальше.